мы, дети свободы мы, смелы и горды мы, часто рискуем, но мы не пасуем, мы. Времени ветер, бриз, чит, что и светим мы. Часто теряем, но мы повторяем за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу Россию, за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу Россию. Мы честь и отвага, мы знаем, как надо, мы, падая, дрались, но мы поднимались, мы. Времени ветер, бриз, чисто и светел мы. Сердцем едины и непобедимы, за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу Россию, за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу Россию, за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу Россию, за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу Россию, за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу России, за веру. Добрый день, уважаемые новооскольцы! Здравствуйте, дорогие друзья! 23 февраля – День защитника Отечества. В этот день нашей стране вспоминают о воинской славе России, которую наши войска обрели на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл – любить и защищать свою отчизну. Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно оборонял родную землю от захватчиков, а также тем, кто в наше время несет нелегкую и ответственную службу. Мы отмечаем этот день уже не как появление Красной Армии, а как день настоящих мужчин, наших защитников в полном понимании этого слова. Это день уважения всем поколениям героического воинства. 23 февраля празднуется в нашей стране с 1918 года и отмечается как День защитника Отечества. Да, день мужества, побед, день силы и твердости характера. День этот каждый свято чтит. В нем налицо все мужества черты. Любой мужчина хрупкий мир хранит, служа отчизне с доблестью на ты. Через грохот войны, через дальние дали, через сотни атак вы недаром прошли. Ради наших детей, чтобы пели они, танцевали, улыбались во сне и спокойно росли. От поколения к поколению русским воинством передаются неизменные нравственные устои.
и также его ценности, как любовь к родине, честь и воинский долг, стали непререкаемыми и священными для всех защитников Родины. В суровые годы Великой Отечественной войны советские воины сохранили и с небывалым героизмом приумножили лучшие традиции своих великих предков. В беспримерном героизме ярко проявились лучшие качества воинов-патриотов Отечественной войны. От рядового Александра Матросова до маршала Победы Георгия Жукова. А нашу родную Белгородчину навеки обессмертило великое танковое сражение на Прохоровском поле.
Отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов» читают студенты сельскохозяйственного колледжа. Форма на вырост. Стрельбы с утра строевая зазря. Полугодичный ускоренный выпуск. И на петлице два кубаря. Шел эшелон по протяжной России. Шел на войну сквозь мельканье берез. Мы разобьем их. Мы их осилим. Мы им докажем. Гудел паровоз. Станции, как новгородское вече, мир, где глокочет людская беда. Шел эшелон, а навстречу, навстречу лишь санитарные поезда. В глотку не лезла горячая каша, полночь была, как курок сведена. Мы разобьем их, мы им докажем, мы их осилим, шептал лейтенант. В тамбуре, маясь на стрелках дымящих, весь продуваемый сквозняком, он по дороге взрослел, этот мальчик. Тонкая шея, уши торчком. Только во сне, оккупировав полку, в осатанилом табачном дыму, он забывал обо всем ненадолго и улыбался. Снилось ему что-то распахнутое и голубое. Небо, а может, морская волна? Танки! И сразу истошное. К бою! Так они встретились. Он и война. Воздух наполнился громом, гуденьем. Мир был изломан, был искажен. Это казалось ошибкой, видением, страшным, чудовищным миражом. Только видение не проходило. Следом за танками у моста пыльные парни в серых мундирах шли и стреляли от живота. Дыбили шпалы, насыпь качалась. Кроме пожара не видно низги. Будто бы эта планета кончалась там, где сейчас наступали враги. Будто ее становилось все меньше. Ёжась от близких разрывов гранат, черный, растерянный, онемевший, в жестком кювете лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России, всех ее пашен, дорог и осин. Что же ты, взводный, докажем, осилим? Вот он, фашист, докажи и осиль! Вот он, фашист, оголтело и мощно воет его знаменитая сталь. Знаю, что это почти невозможно, знаю, что страшно. И все-таки встань! Встань, лейтенант! Слышишь, просят об этом, вновь возникая из небытия, дом твой, пронизанный солнечным светом. Город, отечество, мама твоя! Встань, лейтенант! Заклинают просторы, птицы и звери, снега и цветы. Нежная просит девчонка, с которой так и не смог познакомиться ты. Просит далекая средняя школа, ставшая госпиталем с сентября. Встань, чемпионы двора по футболу просят тебя, своего вратаря. Просит высокая звездная россыпь, горы, излучина каждой реки. Маршал приказывает и просит. Встань, лейтенант, постарайся, смоги. Просят деревни, пропахшие гарью, солнце, как колокол в небе, гудит. Просит из будущего Гагарин. Ты не поднимешься, он не взлетит. Просят твои нерожденные дети. Просит история. И тогда встань.
встал лейтенант и шагнул по планете, выкрикнув не по уставу. Айда! Встал и пошел на врага, как вслепую. Сразу же сделалась влажность спина. Встал лейтенант и наткнулся на пулю. Большую и твердую, как стена. Вздрогнул он, будто от зимнего ветра. Падал он медленно, как нараспев. Падал он долго, упал он мгновенно. Он даже выстрелить не успел. И для него наступила сплошная и бесконечная тишина. Чем этот бой завершился, не знаю. Знаю, чем кончилась эта война. Ждет он меня за чертой неизбежной. Он мне мерещится ночью и днем. Худенький мальчик, всего-то успевший встать под огнем и шагнуть под огнем. Что значит победа для ветеранов, познавших все беды страшной войны, уцелевших надеждой, что день победы придет неизбежно. Насмерть стояли, спасая свою родину, город, свой дом и семью. Все, что вам дорого, любо и свято, что было в сердце любого солдата. На сцене вокальный ансамбль «Интеграл» сельскохозяйственного колледжа. Руководитель Александр Семенов. Каким был молодым мой дед. Испанское небо, монгольское небо, германское небо, где только ты не был. Мы жили беспечно, наград не просили, ушедшие в вечность солдаты России. Кровушкой песок болит, с автоматом на броне стоит мой отец, когда-то молодой. Били пули, не поднять лица, и безжалостно косил свинец. Отца снимка улыбается мой когда-то молодой отец. Корейское небо, вьетнамское небо, афганское небо, где только ты не был. Мы жили беспечно, наград не просили, ушедшие в вечность солдаты России, ушедшие в вечность солдаты России. Нам не видевшим Берлин в огне, провожающий минувший век, стал привычен новогодний снег. На могилах молодых по ней новой болью проросла Чечня. Наших сверстников огонь и ад, не вернувшийся с войны мой брат.
фотографий смотрит на меня. Днестровское небо, таджикское небо, чеченское небо, где только ты не был. Мы жили беспечно, наград не просили, ушедшие в вечность солдаты России. Ушедшие в вечность солдаты России. Не просили ушедшие в февраля 2014 года исполнилось 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Долгое время афганская война была окутана завесой секретности. Народ не знал правды ни о масштабах, ни о героизме своих сыновей. Но сейчас историческая справедливость восстановлена. Правда о той войне, солдатском подвиге, верности боевому знамени и воинскому долгу стала достоянием страны, предметом ее боли и гордости. Песню «Пусть память говорит» участникам боевых действий в Афганистане посвящает Евгения Апостолова. Память говори, молчи, хотя и это нелегко. Молчи, солдат, и вспомни хоть на миг два года, что остались далеко. Свою судьбу проверял в бою, когда в ущелье пули рвали глушь. На два отрезка разрезал жизнь твою холодной острой бритвой киндукуш. На два отрезка разрезал жизнь твою холодной острой бритвой киндукуш. Нельзя забыть дорогу на Салам, где ты огнем колонну прикрывал. Подбили танк дотла сгоревший МАЗ, ведь это был твой первый перевал. Молчи о том, как рвался в горле крик, когда твой друг, сбежа, упал в крови. И тот кишлак, где раненый старик шептал тебе: спаси нас, журавли. И тот кишлак, где раненый старик шептал тебе: спаси нас, журавли. Ты видел смерть, ты знаешь, что почем, за эти годы не нарушив строй. Всегда ты
первым подставлял плечо своим друзьям, что рядом шли с тобой. Который день холодные дожди пытаются стереть памяти след. Никто не даст нам права позабыть ребят, которых с нами больше нет. Молчи, солдат, пусть память говорит. Молчи о том, хоть это нелегко. Молчи, солдат, и вспомни хоть на миг два года, что остались далеко. Свою судьбу ты проверял в бою, когда ущелье пули рвали глушь. На два отрезка разрезал жизнь твою холодной острой бритвой киндуку. На два отрезка разрезал жизнь твою холодной острой бритвой киндуку. Совершить, тем более в потоке мирных дней. Но всякий может Родине служить, болеть душой и сердцем лишь о ней. Для вас поет солист вокального ансамбля сельскохозяйственного колледжа Денис Карасенин. Строим на небо уходили ребята за свободу и веру, как один брат за брата, свою жизнь отдавая, вы дарили свободу и за веру сгорая. Шли-шли ровно в ногу, бросок на небеса. Последний в своей жизни, спасибо за глаза, за преданность, за чистые, за чистые сердца, за то, что не сдавались, спасибо то, что вы не за спасибо дрались, бросок на небеса. Последний в своей жизни, и спасибо за глаза, за преданность, за чистые, за чистые сердца, за то, что не сдавались, спасибо то, что вы не за спасибо дрались. Мам, я знаю, ты слышишь, и так скоро узнаешь, и прошепчешь сквозь слезы, ты домой прилетаешь. Сохранив свою верность овдовевшей невесте, долгий путь совершая, на борту грузом 200, бросок на небеса.
последний в своей жизни. И спасибо за глаза, за преданность отчизне, за чистые сердца, за то, что не сдавались. Спасибо то, что вы не за спасибо дрались, бросок на небеса. Последний в своей жизни. И спасибо за глаза, за преданность отчизне, за чистые сердца, за то, что не сдавались. Спасибо то, что вы не за спасибо дрались. Бросок на небеса, последний в своей жизни. Спасибо за глаза, за преданность отчизне, за чистые сердца, за то, что не сдавались. Спасибо то, что вы не за спасибо дрались. Бросок на небеса, последний в своей жизни. Спасибо за глаза, за преданность отчизне, за чистые сердца, за то, что не сдавались. Спасибо то, что вы не за спасибо дрались. Мужчина к поставленной цели идет. Он борется, ищет и мчится вперед. Мужчина готов поспорить с судьбой, с достоинством выдержать жизненный бой. И каждый мужчина не сдастся в борьбе. Он верен отчизне, он верен в себе. Мы приглашаем на сцену будущих защитников Отечества. Военно-патриотический клуб «Боец». Руководители Геннадий Киселев и Татьяна Скибина. Занимаются кикушинкай карате не первый год.
Кудяков Максим, первый взрослый разряд по карате. Белоусов Роман, второй взрослый разряд по карате. Сейчас вам покажем небольшой спарринг. Шивани Рэй, Сушини Рэй, Атагани Рэй, Каменте, Каджима. Яме. Также ребята занимаются в морской пехоте. Они проходят курс военно-морского бойца, проходят стажировку в военных частях, прыгают с парашютом. Максим Кудяков, 5 прыжков с парашютом. Роман Белоусов, 3 прыжка с парашютом. Также они проходят рукопашный бой с настоящим боевым оружием. Ойсуки Чудан, Агайте, Ич, Нин, Цан, Си, Гоу, Роб, Сить, Кать, Ю, Цю, Сикенгамен, Майгери Чудан, Ич, Нин, Цан, Си, Гоу, Роб, Сить, Кать, Ю, Цю. Мужчины, спешит поздравить детский коллектив под руководством Татьяны Панкратовой. Ваши дружные аплодисменты! Вот работники за сценой собрались. А их дети, я вам честно расскажу, все остались без присмотра. Что случилось, покажу! Эй, в атаку, командиры! Не зевайте, бомбардиры! Мы вам ядра привезли! Боевые новые! Косточки вишневые! Бравые солдаты с песнями идут, а мальчишки с летом радостно бегут. Эх, левой, левой с песнями идут, а мальчишки с летом радостно бегут. Хочется мальчишкам в армии служить, хочется мальчишкам Тишина! Все смотрите на меня! Хватит вам играть в войнушки! Отложите свои пушки! Ведь сегодня детвора, 23 февраля! Поздравлять мужчин пора! Ой, а что у вас за прикид? Это что за внешний вид? Не рубайся ты, Никита! Есть у нас ответ простой! Где нам детям стол накрыли? Мы сундук нашли у нас! И когда его открыли, обнаружили в тот час не старинный, а военный стратегический запас. Это носят командиры, погранцы и моряки, силовых структур мундиры, МЧС и казаки. Ну тогда приготовиться отряд, начинаем поздравлять. Предлагаю я, ребята, эту форму показать. 3, 4. Аты-баты, аты-баты! Мы шагаем, как солдаты! Мы шагаем, как солдаты! Аты-баты, аты-баты! Стой! Раз, два! Каблучки себе одела, модный мамочкин берет. И теперь скажу смело, десантуре все привет! Атаманом чуп огромный отращу, а кто будет хулиганить, во плеткой угощу. Говорят, мальчишки косят, страшно в армию идти. Коль министры нас попросят, будем службу мы нести. Среди театрального хлама старый китель я нашел. Коль уж нет не его мама, я бы в маршалы пошел. Я нашла себе тельняшку, без козырку белую. Посмотрите на меня, на девчонку смелую. Офицера полюблю,
будет по плечу. Моя, как будто в клубе красота моя видна, и она шпилька в земной шубе, как будто генеральская жена. Уж если мы мальчишки, то мы богатыри. Пусть голова в повязке и в пластырях нога, но есть еще силенки, чтоб разгромить врага. Сереж, ну а ты чего молчишь, ничего не говоришь? Разве ты не понимаешь, быть военным хорошо? А я по другой дороге пойду. Так решила вся моя семья. Быстро вырасту. В итоге президентом стану я. Но пока я помолчу и на властьих погляжу. Рассказывай долго, и каждый герой, и папа, и дядя, и дед наш родной. Братишки и бабушки тоже служили, и мама, и сестры, все наши родные. Ведь кто-то военный, а кто-то служил. И каждый из них свой путь проложил. Давайте поздравимся мы сейчас всех-всех защитников. С праздником вас! Пусть будет радость от того, что кто-то любит кто-то. И пусть улыбка промелькнет, и нет грустить причины. И пусть весна в душе поет. Сегодня праздник наш, мужчины. Примите в подарок деревенскую плясовую от лауреатов всероссийских, международных конкурсов и фестивалей народного хореографического ансамбля «Вояж». Руководитель Оксана Головко. Зорюшка, вечернее, зорюшка, вечернее.
Нашу праздничную программу продолжает лауреат областных фестивалей и конкурсов фольклорный ансамбль «Пролиский», руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Любовь Шингарева. Thank you.
На вольном, на синем, на тихом Дону походная песня звучала. Казак уходил на большую войну, невеста его провожала. Будь смелым, будь храбрым в жестоком бою, за русскую землю сражайся, и помни про Дон, про невесту свою, с победой домой возвращайся. Более 300 лет стояли на рубежах нашей Родины мужественные казачьи войска. Доблесть и отвага казаков будет вечно прославляться на нашей святой Белгородской земле. На сцене ансамбль казачьей песни «Поле», руководитель Людмила Новикова. Командой вы взрослея нашего земного корабля. Станет мир и лучше, и светлее, разноцветие милых детских глаз. Люди станут чище и добрее. Дети, мы надеемся на вас. Для вас звучит солдатская песня в исполнении ансамбля «Конфетти» подросткового клуба «Время». Солист Олег Шавернев, руководитель Татьяна Курсакова.
хочу. Тогда военную надену форму я, и страну родную защищать я буду. Раз, два, левой, мы шагаем смело, ведь мы нашей родины сыны. Раз, два, левой, это парни дело, мы Россию защищать должны. Мы Россию защищать должны. Во дворе с друзьями строим боги мы, и поем военные мы песни вместе. Мы обычные ребята, просто пацаны, но вот так, конечно, интересней. И пускай пока для нас это все игра, знаем только, что не за горами. Верим, что очень быстро пролетят года, и гордиться будут мамы сыновьями. Раз, два, левой, мы шагаем смело, родины сыны. Раз, два, левой, это парни дело, мы Россию защищать должны. Мы Россию защищать должны. Раз, два, левой, мы шагаем смело, ведь мы нашей родины сыны. Раз, два, левой, защищать должны, мы Россию защищать должны. Раз, два, левой, мы шагаем смело, ведь мы нашей родины сыны. Раз, два, левой, это парни дело, мы Россию защищать должны. Мы Россию защищать должны. На сцене Дмитрий Шляхов с песней о России. Мечты.
Встречайте! На сцене дипломант второй степени областного конкурса «Играй, музыкант» эстрадно-духовой оркестр Дворца культуры «Оскол». Руководитель Виктор Плечентем. Звучит праздничная песня «Солдаты» в исполнении образцового вокального ансамбля «Студия И». Руководитель Ирина Марценюк. Thank you.
чистить автомат. На-на-на-на-на. Вспоминают про девчат. На-на-на-на-на. Письма пишут и звонят. На-на-на-на-на. Стоп, не видят по ночам. Нет усталость по плечам. Уважайте красавицу в форме, что несет непомерный наш труд. Никакие года и реформы ее нежность с лица не сотрут. Наносит погоны, то спокойней у каждого сны. Преклоняйтесь, как пред иконой. Берегите, как символ весны. Мы окопы роем, мы и раны лечим, мы боеспособность
двери суды ваши. Мы окопы роем, мы и раны лечим, мы боеспособность нашу обеспечим. Армия без женщин, что солдат без каши. Ах, оставьте только пересуды ваши. Мы окопы роем, мы и раны лечим, мы боеспособность нашу обеспечим. Мы боеспособность нашу обеспечим. Мы боеспособность нашу обеспечим. Февраля поистине мужской характер, ведь в эти дни проявляют свою стойкость, силу, волю наши спортсмены на 22-х зимних Олимпийских играх в Сочи. Мы горды тем, что это грандиозное событие проходит в нашей великой стране. Именно поэтому следующий номер праздничной программы посвящается нашим олимпийцам. Сегодня на земле
прибавится тепла. Счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтобы век олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как первый раз. Это яркий день. Мы надолго-надолго запомним с тобой. Будет Земля счастливой и молодой. Защитника Отечества. И нет лучше долга служить России. Красиво держат строй и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой единою судьбой мы связаны навек, друг мой. Служить России суждено тебе и мне. Служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синее. Плечо бесстрашие так спасли мы русский флаг, и дом родной, и наши песни. А коль придет беда, с тобою мы тогда отчизну защитим, друг мой. Служить России суждено тебе и мне. Служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечо к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Стеной, красиво держат строй, и вместе с нами вся Россия. И он, и ты, и я, армейская семья, и вместе мы сильны, друг мой. Служить России суждено тебе и мне. Служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечо идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Плечо к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Плечо к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить
дорогие друзья, уважаемые защитники Отечества, на этом наша праздничная программа завершилась. Желаю вам крепкого здоровья, спокойствия, бодрости, выдержки, счастливых и мирных дней. До новых встреч!